И мама цветы все поубирала, все поворачивала. Надо ее потискать, да. Всем привет. Блин, солнце такое, я очки не взяла. Приехали мы к родителям. Пошли с ней уже гулять. Маленечко погуляем, пойдем завтракать. Солнце сегодня прям вообще. И тепло, кстати, можно без куртки. Но ветерок какой-то, знаете, такой подозрительный слишком. А так вообще очень даже кайфовенько. Эту жопку, все, пошла гулять, жопочкой вилять. Пойдем, пойдем, туда нельзя. Пойдем, пойдем по дорожке походим. Довольная, сегодня собиралась опять, как это, бегом, бегом. Мы только начинаем субботу, я не знаю, как она знает, что суббота. Мы начинаем собираться, все. В другой день, когда мы в школу собираемся, она вообще ей пофигу. Она лежит, с кошкой играет, в субботу же. Ну, Ника, ну ты что, куда меня тащишь-то? В субботу она как бешеная, она просто скачет. Ну, чтобы ее быстрее взяли на ручки. Пойдем. Привет, Диман. Вот, прыгает, чтобы ее взяли на ручки и быстрее идти. Вот она прям вся изводится, что нужно. Нужно идти. Диман пошел за арбузом. Сейчас он будет арбуз доставать. Тут еще идет. А кто там еще идет? А, Илюха, наверное. Так что еще арбузик купили. Привезли маме икру. Я себе оставила немножко, говорю, буду себя приучать есть икру. Она же полезная, вроде как. Ну, хватит. Теперь в сторону огорода. Смотрите, какая папа. Лодка стоит. Он с охоты приехал сегодня. Не знаю, что он там наохотил. Что-то я даже не спрашивала. О, убрали бассейн. Мама цветы все поубирала, все повырезала уже. Остались только какие-то подсолнухи. Или что это? Так что пойдем. Сейчас в огород неинтересно ходить. Ничего не съешь. Все застыло. Все, захромало, захромало. Вот жопка вот с ногами вообще какая-то. Беда. Ой. О, все. Она клубнику убрала. Вот эту. Офигеть. Виноград весь обрезала уже. Смотрите, одни палки стоят. Капуста только еще живет в огороде. Офигеть, она всю клубнику срезала. Выкопала, точнее. Ну да уж, мы с тобой пошли сейчас по траве, конечно. Как раз, наверное, роса. Ну-ка, давай мы туда не пойдем. Пошли дальше. Ой, блин, Ника, пойдем обратно. Сейчас я тут посмотрю, что тут происходит. Ой, смотрите, там даже ягодка одна торчит. Еще. Пошли туда, выйдем. Пойдем, я тебя отпущу, побегаешь. Ты же тогда убегаешь? Ты меня запутала. Оп. Сейчас отпустим ее. Стой. Стой, я тебя отстегну. Да стой. Отстегнем тебе поводочек. Блин, беги. Беги. Тап-тап-тап, смотрите. Оп, все, убежал. Хромоногий мой собачка. Так, посмотреть тут. Интересно, какая она стала сейчас на вкус. Замерзшая клубника. Тут мухи какие-то. Ой, вот это не замерзшая. Это она вообще не замерзла. Она, наверное, прихватила морозом, но вот это... О, нет, замерзла. Вот у нее бока вот такие. Прям интересно было, какая она. Она вообще даже не отрывается. Она как будто вареная какая-то. Эй, иди обратно. Ника. Ой, муха какая-то там, да? Кто там пришел? Собачка? Собачка? Не Саша. Саша? Ой, иди, на солнышке так светится. Да? Скажи, пришла собачка в гости. Надо ее потискать, да? Да? Ай, собачка, собачка. Сашуля, какая красивая игрушка, да, Сашуля? Покажи, Саша, покажи бутылочку мне. Покажи, какая у тебя красивая игрушка. Да? Ой, иди, малышка. Привет! Всем привет! Давай, мячик покажи, где у тебя мяч красивый. Покажи мяч. Покажи мяч. Покажи нам мячик.
Вот он какой большой мяч. Мяч? Скажи, мяч? Ну скажи. Мяч. Саша, иди кушай. Вот мама зовет тебя кушать. А мы, скажи, мяч показываем. Да? Мы вышли опять с Никуськой погулять. Наигрались уже с Сашулькой, уже все покрасили и поиграли. Все поделали, пошла с Никой гулять. Это мы с ней один раз гуляем. Вот. Хотела сказать, выложила рецепт на кухню гномика. Хочу сделать там ребрендинг, переименовать. По-другому я решила снимать видео. И хочу переименовать. И выложила, который бургер вчера готовила. Мне прям очень понравился. Туда, конечно, можно было еще помидорку добавить. Но я не стала. Кстати, у мамы надо сегодня взять и забыть чеснок и помидоры. Потому что вчера я так ничего и не приготовила. Бутерброды так хотела. С этим... со шпротами. Ну, так и не сделала. Аленка говорит, я говорю, вечером сделаем. Она говорит, опять на ночь соль будем есть. Соленая. Я говорю, блин, ну давай не будем. Говорю, завтра сделаем. Типа воскресенье. А потом такая, говорит, а я чипсов хочу. Я говорю, ну чипсы-то, конечно, не соленые. Вчера наелись. У меня сегодня, по-моему, даже глаза отекли от семечек от этих. А еще нащелкалась, знаете, когда кашель, нельзя семечки щелкать. А я вчера прям так хорошо нащелкалась, что это... Сегодня кашляла даже. Вообще нормальная женщина или нет? Что это, Никуська? Увидела там, солнце светит, я без очков. Прям как этот, как крот. Хорошо щурюсь. С Никой погуляли. Все уже кушали, я тоже решила все-таки поесть. Что-то не хочется, еще время 5 только. Мы ели, наверное... 12 или в час мы ели. Ну, короче, еще не хочется, но решила сейчас поесть. Мам, пойду обрезать морковку. Мама просила. Там холодно. Я гуляла в шлепках. Пришла в кроссовках белых. Чуть не стала их обувать. Пошла в шлепках. Мне так застыли ноги. Хотя на улице вроде бы тепло. Я была вот в этой футболке и в курточке. Ну и как бы нормально. Сестра с племяшечкой уже уехали. Аленка тут уже круассан, который я с утра покупала. Сейчас стали такие вкусные круассаны печь в Пятерочке. У них сделали отдел. И вот эти вот круассаны вкусные. И я сегодня брала, мне очень понравился хлебушек. Сейчас я вам покажу. Только я не знаю, как он называется. Есть чебата. Вот он похож на него. В общем, вот такой маленький хлебушек. А выглядит в серединке он реально как чебата. Вот такой вот. Как будто он на закваске. Он очень вкусный. Мы его домой заберем. Мы с утра поели. Вот так что. Мы с мамой заходили с утра. Она тоже там брала всякие штучки, выпечки. У них сейчас прикольно, что студенту, допустим, в Пятерочку зайти, взять, там есть булочки слоеные, всякие разные, и кофеек. Кофе 50 рублей, по-моему, стоит, что можно перекусить. И круассан я брала с шоколадом, но нужно было брать пустой, мне кажется, был бы вкуснее. Шоколад не очень, а сам круассан очень даже вкусный. Он такой прям хрустящий. Так что вот. Сделала себе чаек. Супер светлый. Нет зеленого чая. А я черный не очень люблю, смотрите. Я два раза макаю и выкидываю. Не могу пить крепкий чай. Вот, такие дела. Так что буду кушать. Дома. Вернулись уже. И нас тут дома всегда так ждет. Что у меня опять подбородок какой-то красный. Сегодня брызгалку для волос забыл. Нас всегда ждет. Вот эта красотулечка сидит. Только она все время возле двери такая красивенькая. Красивенькая макушечка, мрушечка. Опять... Вот у нее тут прям шишки. С Никой бесится. Видать, Ника ее прикусывает. И вот у нее образуются вот здесь всякие шишки. Ой, неужели я вот это срежу? Боже мой, как мне хочется вот этот кератин срезать. Прям, чтобы я просто была вся кудрявая. Это будет вообще классно. Взяли мы чеснок. Так что сейчас буду делать самые вкусные и любимые бутерброды. А ты будешь? А? Видишь? Угу. Так что, сейчас покажу, что мы взяли. Еще помидор набрала, молока. Ну, это мы еще в Пятерочке, когда были, набрали. Я, наверное, сейчас тот хлеб посушу, который был. Моя подставка все. Сегодня? А, с паштетом. Так ты же будешь бутерброд. Так, в общем, молоко это я купила. Паштет мы забрали. Алена хотела паштет опять. Любимый паштет с гусиной печенью. Так, забрала хлебушек.
который сегодня покупала. Обалденный хлеб из Пятерочки. Он снаружи хрустящий, внутри мягкий. Он, знаете, как будто на закваске. Очень вкусно. Так, взяла у мамы дайкон. Супер гигантский. Его просто натираешь и со сметанкой. Просто бомбически. Так, тут у меня болгарский перец. Я у мамы уперла 2 штучки. И помидорки. И помидор всяких накидала. Потому что то салатики делают, то что, тем более они уже... А я вообще что-то на балконе у меня лежали и начали портиться. В общем, не знаю почему. Вот такая вот ситуешина. Так, а что у меня со сковородой? Что я на ней делала? Никто мне не скажет. Что я делала на сковороде? А, я вчера же бургер делала. Думаю, что она у меня такая, не пойми какая. И не помыла ее вчера. Хулема. Ну ладно. Ох, молока. Блин, молоко есть. Хочу кофе вкусный, но я не люблю с таким молоком. Ну да ладно. Что тебе полезло? Что тебе хочешь? Тоже вкусняшечку. Ладно, сейчас все поубираю, буду сушить хлеб, помою сковороду и буду сушить хлебушек. Чеснок, сейчас еще чеснок вытащу, который мы принесли. А, нужно будет просто натираем хлеб, майонезик, шпротинка и соленые огурцы. Я взяла у мамы. У меня есть соленые, прям бочковые. Я бы с ними поела, но Алене они не понравятся. Поэтому будем обычные маринованные огурчики. Ну что ты лезешь? Что ты лезешь? Что захочешь пастетика? Ой, моя селедка. Вот такой, посмотрите на эту милоту. Вот она такая ласковая. Вот она прям, прям вообще, вот скажи, я так соскучилась. Я целый день одна была. Кизюнечка, а, кизюнечка. Вот кажется, что она еды просит. Ну нет, не надо ей еда, она у нее есть. Она, кстати, не любительница вот эта вся... Всяких, ой, как мурзит, колбасок и всего. Она вот, я ей куриное мяско даю, и то она прям, чтобы есть, вот как собака. У нас ест, пока будешь кидать, она все будет есть. А она нет, она чуть-чуть поела, да пошла. Она больше по кормам. Вот корм, и все. Вот, знаете, вот у меня у мамы, может, мама там мясо какое-то резать. Ну, покупное, там, допустим, прессованное, еще какой-то кошки будут, если есть хотеть, будут кричать. А моя, ей не надо такое. Ой, ты, Базечки, размурлыкалась, красотулька ты нас. Ты красотулька. Вот она красивая такая кошка, но у нее взгляд все время такой, да я уберу какаху с глаза. Взгляд все время, знаете, как будто ты что-то должен, как такой суровый директор нашего дома. Да? Директриса. Как будто ты не выучил уроки, она такая на тебя смотрит. Так, сегодня за прогул и за невыученные уроки будут 2 в журнал. Ай, ты разбаловалась. Ладно, пошла руки мыть, сковороду мыть и жарить хлебушек. Ай, ты Базочки! Бубочка такая, бубочка. Сейчас смотрели битву шефов. Мне так понравились, как профитроли они делали. Блин, думаю, капец, я 100 лет уже не делала заварных никаких... десертов. Ну и пока, ладно, пока я не планирую, завтра будем папе торт делать. Я так и не решила, с какой начинкой. Я бы, конечно, поэкспериментировала бы и попробовала сделать бы соленую карамель. Но вдруг кому-то такое сочетание может не понравиться. Поэтому эксперимент, скорее всего, не будет. Когда уже дома будем делать, то, может быть, я и попробую. Потому что мы обычно делаем... Есть у меня лайфхак быстрого приготовления. Шоколадный кекс, бисквит, точнее делаешь, шоколадный бисквит. Сделал. И мы летом делали быстрый вариант. Берете сметану, сбиваете ее с вареной сгущенкой, и этот бисквит горячим заливаешь. Он пропитывается, он становится обалденно вкусный. Вот мы сегодня вспоминали про этот вариант очень. Очень выгодно и быстро. Все, пошла готовить. Ну что, бутерброды наши готовы. Чаек готов. Смотрим экстрасенсов. Будем сейчас кушать гремячка. Так что всем приятного аппетита, Никусечка. Помашу бабкой. Ой, девушками. Красотулечка. Все, посмотрели мы экстрасенсов. Классная была серия, как всегда. Блин, такое все это. Мне кажется, там, конечно, много постановки. Ну да ладно. Сейчас смотрим фильм «Особняк с привидениями». Уже забыла, мне Алена только сейчас говорила. И буду монтировать влог. И будем собираться потом спать. Аленушка?
Вот, Варюшка обещала что-нибудь снять, но в итоге так мне ничего не прислала. Хотела похвастаться своими обновками и ничего мне не прислала. Так что вот такие вот дела. Всем спокойной ночи. Спасибо, что нас смотрели. Всем пока-пока.